Будем шурфить сегодня. Шурфить сразу два дома. Один из домов был установлен на заре советских времен. Собственно, сейчас от него остался только фундамент, одни кирпичи. И второй дом более ранний. Дом приятный. Дом в том плане приятный, то что, ну, он был установлен, в смысле стоял, как минимум 200, а то и 300 лет назад. Потому что как бы разведочку небольшую мы делали вчера. Находочки есть. Но здесь фундамент более сложный, придется ковыряться капитально. Кирпича много. Но надеюсь, все это будет не зря. Посмотрим. Надеюсь, нас сегодня дедушка земляной порадует находочками. Вот оно, это место. Вот здесь был дом, вот тут. И там был второй дом. Вот на этих местах мы сегодня с вами и поковыряемся. Здесь, опять же, очень часто ходила техника. Рядом идут строительные работы, и это радует. Потому что техника ходит по деревне вдоль деревни. Вот. И землю ворошит. Ну что ж, первый плюс у нас сегодня. Первый сигнальчик. 12 всего лишь бы. Как казалось бы, что может быть 12? Какая-то пробка, проволока. А нет. На фундаменте 12, это вот такая приятная уже находочка. Жалко только обломанный, но это перстенечек. Ребят, смотрите, перстень приятный. Перстень с рисуночком, видите, ключик, буковки какие-то. Блин, чертовски приятная находочка. Жаль, единственное, сломанное. Так. Продолжаем мы шурфить. Так, куда я дел? Фу, елки-палки. Запутался я немножко в своих ямках. Сейчас, секундочку. А, вот оно. Вот оно. Приятный звук, конечно, но вещичка так себе. Медное колечко. Вот оно, друзья. Медное. Естественно, никаких проб, клеем на нем ничего нету. Но, судя по толщине, по размеру, опять же, скорее всего, какое-то обручальное простого крестьянина колечко. Когда-то он делал предложение своей мадам. Видимо, крестьянин был совсем бешара простой. Вот она, приятная чистота звука. А, вот она. Копеечка. Смотрите, какая приятная прям. Сохранчик неплохой. 1901 год. Ну, прям рельеф хороший у монетки. Зелененькая, конечно, вся, но, тем не менее, очень даже приятная. Вот она. Первая монетка красавица. Тяжело, конечно, среди битого кирпича ковыряться лопатой. Не так, как на доме мясника, там было проще. Здесь, конечно, немного посложнее. Вот, но находочки идут. Сохранчик их радует прям вот. Три копеечки очередные. 1876 года. Везет мне на этот год. За последний месяц-два. У меня уже третья находочка. И вот, к сожалению, опять СПБ. А была бы ЕМ, была бы раритетная. Но в любом случае, монеточка приятная очень даже. Я думаю, все легко, вся грязь с нее сойдет. И будет достойная вещица. Серебро, серебришко. Приятная серебришка. Приятная, приятная. Вот оно. Колечко. Блин, с камушком было когда-то еще. Сейчас надо понять, современное или нет. Вот, проба есть. 84. Да, 84. И клеймо даже имеется. Так, ну клеймо сейчас не пойму, сполосну, потом посмотрим. Блин,
Приятно, конечно, такие вещи находить. Жаль, что без камней. Вдруг и камушек был ценный. Жаль, нет такого прибора, чтобы можно было искать драгоценные камни. А может быть и есть, только мы с вами об этом не знаем. Ладненько, будем дальше ковырять. Ну вот. Видите, скачущий, но положительный сигнал. Вот он, плюс все-таки снайперки. Чермет, чермет рядом, блин. А все равно можно ее помощью нащупать. Видите, чистенький, 28-30. Пробивается. Сейчас мы его ковырнем. Так. Мимо-мимо. Вот он здесь у нас где-то. Так. Так. А, вот он. Вот он. Пятачок. Ха-ха. Советы пошли. Пятачочек, пятачок. Так. Неплохой такой пятачок. Ну да, год самый распространенный. Один из самых распространенных, 46-й. Вообще, такие монеты очень часто мне попадаются. И вам, наверное, тоже 30-й, 43-й, 46-й, 54-й. У меня таких штук по, фиг его знает, по 50-то точно есть, наверное. Вот она. Где он? Чисто монетный звук. Благо здесь нету, деревня старая, нету никаких консерв. Ну, встречаются, конечно, но не в таком количестве, как на современных. Где ты? Вот он. Чисто монетный. Так. Ай, зараза. Вот она. Вот она, красавица. Вот она. Приятность какая, а? Ну, прям красота. Слушай, сохранчик здесь у царских монет прям очень приятный. Душечка 1908 года у нас тут. Вот она какая, прям. Блин. Прям патина такая коричневая. Зелени. Ну, есть чуток, но фактически нету. Да, думаю, неплохая монетка будет после чистки. Ну что ж, перешел я на место, где стоял дом уже в советские времена. Ну и как следовало ожидать, здесь у нас поперли советы. Вот трешечка такая. Неплохая вроде бы. Гнутая, правда. Смотрите, да? Так. Ну, приятная находочка. 3 копеечки 52 года. Неплохо. Неплохо. И у нас она здесь, похоже, не одна. Видите, как бы прыгающий среди чермета сигнал. Но есть. Вот. Прыгает чуть-чуть ближе к двушечке. 16. Нет, чермет сейчас. Так. Ай, где? А, вот она. Блядь, ты малышка какая, а? Приятная прям, а? 48-й год. 1 копеечка 48-го года. А, билончик ранних советов. А, 10 копеечек у нас тут. 25-й год. Ах, как приятно находить билон и серебро, блин, а. Прям уж душа радуется. Вот. Ну, подзатертая, конечно, немножко монетка, но в целом-то вон. Состояние неплохое. Никаких окислов не видать вроде бы. Ну и не сильно косвенная. Друзья,
Зацените, какая красота. Не часто такая вещь попадается, но когда попадается, лично мне чертовски приятно находить такие вещи. Смотрите, штурвальчик, блин, офигительный. Идеальный, можно сказать, блин, вообще целый весь. Целый, не покоцанный. Блин, состояние изумительное. Походу еще с эмалями был когда-то. Видите, там чуть-чуть голубенько-белое что-то пробивается. Блин, вот эта вещь. Вот эта вещь вообще, блин, шикарная, а. Ох, здесь прям на старославянском какие-то надписи. Блин, не знаю. Офигительная вещица. Очень-очень радует. Супер. Не зря мы сегодня ковыряли в этом кирпиче. Есть находочки. Еще немного поковыряем. Вот самый, тоже один из любимых и приятных звуков. 38. Александр II у нас здесь. Денежка, судя по размеру, денежка, да. Денежка 1855 года. Вот, неплохое состояние у денежки. Конечно, наверняка ЕМ, да, ЕМ. Ну, ЕМовских у меня тоже таких уже немало накопилось. Вот ВМ, кстати, до сих пор еще ни разу не попадал. Все время вот такие ЕМовские денежки. Они, конечно, попроще, дорого не стоят. Но все равно вещь приятная, находочка отличная. А, братцы, смотрите, какой офигительный. Сейчас, нет, вначале давайте так. Офигительная находка, послушайте сигнал. Вроде и положительный, но рваный, скачущий, а находка шикарная. Вот он, крестик серебряный. 84-я проба стоит. Эмаль. Блин, жалко, только вот либо я сломал, либо так получилось. Раньше, видимо, сломано было. Навершия не хватает, а? Блин, ну офигительно приятная находка. Ах, друзья, красотень, а? Вот просто красотень, а? Красота. Глория Кантем Эмми Глорифико. Не силен я в латыни. А здесь у нас какой-то чел тоже. Бейтус Клаудес Дела Коленер. Чего-то там. Друзья, кому такие вещи попадались, а? Черкните в комментариях, что за вещь. Современная или старинная вещица. Села батарейка на GoPro-шке. Доснимаю на телефон. Вот, ребята, еще раз. Блин, посмотрите, какая красивая вещь. Не знаю, правда, серебро или нет. Не уверен, потому что сигнал какой-то 12-18. Вот такой вот. Блин, очень красиво. Написано на латыни что-то там. Gloria Cantem Mi Glorifico. Рисунок у него больно, конечно, хороший. Прям очень четко все видно. Хотя, в принципе, и 100 лет назад неплохие такие же вещи могли делать. Найдена-то она на месте, собственно, старого дома. Ладно, буду заканчивать, тем более снимать мне не на что. На телефоне тоже батарейка слабая. Радовали прям сегодня находочки. Билончик, колечек несколько штук, серебряное колечко, крестики прям. Все идеально. И, конечно, вот он, венец сегодняшнего торжества. Медальон, медаль, не знаю даже, что это такое. Вот, в общем, приятные находки, приятный шурф. Не последний раз я здесь, однозначно буду приезжать сюда еще раз. Вот, как-то так. В общем, до новых встреч, всем удачи на копе, пока!